Нет, наверное, ни одного знаменательного праздника в нашем городе и районе, когда бы со сцены не звучали песни замечательного творческого коллектива – народного мужского ансамбля «Самородок». Творчество наших земляков не раз высоко оценивалось на фестивалях и конкурсах, и они заслужили это по праву. Не будет преувеличением сказать, что ансамбль «Самородок» – гордость культуры Славянского района. Наши артисты достойно выступают на сценических площадках любого уровня, неизменно завоевывая зрительские аплодисменты. Члены творческого коллектива были приглашены на прием к главе Славянского района Роману Синеговскому. Приятно, что вот действительно у нас с вами примерно одна родина, это кировское поселение, да? Я там тоже 13 лет отработал, многих из вас знаю и просто, как говорится, с детства. Поэтому дай Бог вам успехов, процветания, новых достижений. Начальник управления культуры Славянского района Галина Черноусова с особой теплотой относится к этому коллективу. Она рассказала о каждом из участников ансамбля. Все они по-своему неповторимы и заслуживают самых добрых слов. В гармоничном сочетании всех талантов и есть главный секрет успеха «Самородка». И любят его не только у нас в районе, во всем крае. Они представляли Славянский район и Краснодарский край в Москве. Полностью всю Олимпиаду, Паралимпиаду. Они работали на площадках Олимпийского объекта в Сочи. Ну, уникальный коллектив тем, что мужской ансамбль, понимаете? Много очень смешанных хоров в крае. Ну, такого нет. И вот он как культурное наследие Краснодарского края. Мы подали документы на это звание. Коллектив уникальный. За многолетнюю творческую деятельность, сохранение кубанских традиций, большой вклад в развитие культуры района и в честь Дня работников культуры артисты народного мужского ансамбля «Самородок» были награждены благодарственными письмами главы Славянского района и ценными подарками. Высокая оценка их работы приятна известным исполнителям. Конечно, в дальнейшем планируем жить, творить, радовать людей, радовать новыми песнями, радовать новыми какими-то своими постановочками. Не так много времени остается до 30-летия «Самородка». Артисты уже думают о том, чтобы встретить юбилей новыми творческими достижениями. Нас ожидает юбилей, нам на следующий год 30 лет, и поэтому мы к этому мероприятию планируем хорошо подготовиться, сделать программу, вот, и сделать праздник и себе, и всем жителям Славянского района. Сохранение и развитие народных кубанских песенных традиций – вот самое главное в творчестве ансамбля. Своими песнями артисты стремятся укрепить у молодежи любовь к своей малой родине. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». С восторгом чувств не рядом.